Российская армия постоянно обстреливает города и села Донецкой области. Все больше мирных жителей уезжают из родных домов. Очередной эвакуационный поезд отправился из Покровска. Его пассажиры – десятки пожилых людей. Подробнее расскажут наши журналисты. На железнодорожном вокзале в городе Покровск продолжается эвакуация мирных жителей. Ежедневно отсюда уезжают в безопасные районы сотни жителей Донбасса. Среди пассажиров этого поезда – старики, которым нужен специальный уход и постоянная медицинская помощь. Они просто требуют более продолжительного лечения и более качественного, поэтому тут ситуация меняется очень быстро и для безопасности, и для лучшего лечения их вывозят. Это специальный эвакуационный медицинский поезд, в котором может быть оказана медицинская помощь. Иногда люди находятся в таком состоянии, что им требуется особый уход. Украинские медики и работники Красного Креста также вывозят людей, раненых в результате российских обстрелов. Многие наши пациенты – это люди, получившие травмы и ранения во время боевых действий. На самом деле все пациенты – это пострадавшие во время войны. И у них нет доступа к медицинской помощи. В Покровске уже давно не работает городская больница, аптеки. Российскими снарядами в городе разрушены магазины. Местные жители, которые пока не хотят покидать родные дома, практически ежедневно слышат звуки разрывающихся снарядов. Не надо, этого не нужно. Я вам сейчас скажу, мы никого не трогали. Мне просто непонятно, я работал. Чего? От чего это все произошло? И чего война началась, я не знаю. Может, что на нашу землю, так а чего пришли? Мы вас не трогаем. Мы спокойно живем, трудимся. Оккупационные войска из всевозможного вооружения обстреливают Донецкую область и превращают города и села в руины. Ежедневно на Донбассе гибнут мирные жители.